може прочитати ім'я. Организация Объединенных Наций объявила этот день днем Нельсона Манделы, потому что это был великий человек. Это был деятель мира, который жил в Южной Африке. Сейчас у вас в руках книги, которые и сказки, это написали дети Фонда. Эти детишки, они являются инсулинозависимыми. Они больны сахарным диабетом первого типа. Фонду 5 лет. В этом году мы первый раз вместе с посольством Южной Африки и СОО проводим такую акцию здесь, в Воронежской клинике, для вас. Хорошо.